Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, командир 1-го мотоциклового батальона 30-го мотоциклового полка, подполковник Данилов. Добрый день, Александр Александрович. Вы садитесь сюда, я возьму. Александр Александрович, хотел с вами познакомиться, зная о том, как вы воевали в Курской области. Вы там с 8 числа, да? С 8 числа по 24 августа. Да, то есть практически сразу же после того, как боевики с Украины зашли на территорию Курской области. Так? Так точно. И вы командовали батальоном? Я командовал батальоном. Населенным пунктом Малая Лопня. Да. Насколько мне известно, подразделение, которое вы командовали, фактически оказалось в окружении. И дело дошло до того, что вы вынуждены были вызвать огонь нашей артиллерии на себя. Так? Так точно так и было. Потом часть людей вывели из этой зоны окружения, оставили их. А сами вернулись опять к своим военнослужащим в зону боевых действий. Ну, я зону боевых действий не покидал, выводил проводник, который знал маршрут движения, вывел раненых, вывел гражданских жителей, порядка 30 человек, и военнослужащих по призыву, которые в течение дней нашего пребывания, отступая из своего населенного пункта, просто попали на нас, вышли к нам. Поэтому их эвакуировал вместе с гражданскими жителями населенного пункта. В связи с чем пришлось вызывать огонь и артиллерию на себя? Ну, противник, он плотно взял просто в кольцо. У нас оставались только боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты в наличии. Поэтому, чтобы нанести максимально потери противнику, был вынужден вызвать огонь на себя. А потом все-таки сами вышли, вывели людей из окружения и даже в плен кого-то взяли? Да, так и получилось. Принял решение, отправил группу из 2 человек в темное время суток, потому что с рассвета они, ну, вооруженные силы Украины, они приступили бы к штурму колонии. Завязался бы тяжелый бой, неравный бой. Вот. Оценив свои силы, принял решение, отправил группу, вырезали проход в тыльной части исправительной колонии. И в 2.15 по моей команде 31 человек общей колонной двинули на соседний опорный пункт на удаление 200 км. Вывели людей с минимальными потерями? Вывел людей без потерь. Спасибо. Александр Александрович, имея в виду то, как профессионально вы выполняли свою боевую задачу, не утратили руководство подразделением в критической абсолютно ситуации, вели себя мужественно, героически, Министерство обороны и начальник генерального штаба представили вас к званию Героя Российской Федерации. Этот указ будет подписан буквально на днях. Хочу вас с этим поздравить и поблагодарить за вашу службу Отечеству. Ну, я знаю, что вы вооруженных сил давно, закончили училище, да? Так точно. В 2005 году закончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Ну, поправитесь. Я сегодня разговаривал тоже с НГШ. Он предполагает сделать вам предложение, направить вас на продолжение учебы в Академию Генерального штаба. Я буду очень рад, так как свои профессиональные навыки планировал и планирую повышать. Отлично. Так и сделаем.